Почти 8 тысяч человек могут задействовать при строительстве АЭС. В эксплуатации будет занято около 2 тысяч. Директор департамента корпорации «Казахмыс» Тельман Шуриев считает, что возведение станции станет новой вехой развития отечественной энергетической отрасли. Это окажет положительное воздействие на рынок труда и развитие всего региона. У Казахстана большой потенциал, который необходимо раскрыть, говорит эксперт. Глава государства поставил о необходимости реализации именно реализации понятия ВВП два раза до 2025 года. Это, безусловно, без реализации производственной какой-то мощности, без новых производств, это, безусловно, невозможно будет достичь, и энергетика тут и будет играть существенную роль. То есть сама по себе вопрос не только энергоаппетита, но и в целом развития экономики сейчас для нас очень важен, так как он имеет несколько аспектов с точки зрения социального.